Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Поль Эмиль Шабас – французский художник-иллюстратор, специализирующийся на портретной живописи и натуре. Поль Шабас – младший брат художника Мориса Шабаса. Родился 7 марта 1869 года в Нанте, где получил образование в лицее Жоржа Клемансо. Поль Шабас родился в образованной семье. Его отец Оскар женился на Маргарите Ферроуз, младше его на 11 лет. У них трое сыновей, Поль Шабас, последний из братьев и сестер. Получил образование в лицее Нанта и в то время думал о поступлении на военный флот, но продолжал рисовать. Старший сын берет на себя управление торговым домом, но двое других, Морис и Поль, в очень юном возрасте поступают в Академию Джулиана в Париже. Отец едет в Париж, чтобы дать художественное образование двум своим сыновьям. Я пользуюсь Википедией переводной. Поль Шабас обучался в Академии Джулиана между 1883 и 1887 годами. Он ученик Уильяма Бугро и Тони Роберт Флери. С 1885 года выставляется в салоне французских художников. Он будет постоянно выставлять там свои работы на протяжении всей своей карьеры художника. Его любимые сюжеты – слегка эротически обнаженная натура, а также он пишет очень много портретов. В 1892 получил почетную грамоту, медаль третьей степени, в 1895 за свое полотно у Альфонса Лемера, медаль второй степени – в 1896 году за картину «Последние лучи», национальную премию «Салона» в 1899 за работу «Веселые забавы», находится в художественном музее Нант. Получение наград дает ему возможность к стипендии, которая позволяет ему путешествовать на 2 года за границу, из Италии в Грецию, в Турцию, в Алжир и Норвегию. Во время своей поездки в Грецию он получил заказ на портрет старшей дочери министра Франции графа Армисона и портрет королевской принцессы. В 1890 году Поль Шабас женился на дочери известного в то время журналиста Роберта Митчелла. Общался с парижской буржуазией и большую часть своей жизни прожил в Париже. Живопись у Поля Шабаса находится в русле академического искусства. Получил звание командира Ордена Почетного Легиона в 1928 году. Иллюстрировал несколько книг таких авторов, как Поль Бурже и Альфред де Мюссе. Умер 10 мая 1937 года в Париже. Но так вкратце из переводной Википедии о французском художнике-иллюстраторе, который специализировался на портретной живописи и натуре, Поль Эмиль Шабас. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.